В последнее время многие люди спрашивают, что творится с этим миром. Эпидемии, войны, катастрофы. Все ищут причину на поверхность. А на самом деле причина намного глубже. Давайте вспомним, когда началось это. Мир захватили различные бедствия. Все начали задаваться вопросом, почему это все началось. А на самом деле все это началось, потому что в 2019 году я лишился секса. Те, кто знаком с историей человечества, знают, что в 2019 году меня бросила жена, она ушла от меня. И впоследствии я лишился секса, я лишился возможности защищать этот мир от темных сил. Меня лишили самую главную – сексуальной энергии, которая была у меня на протяжении всех этих лет. Впоследствии все это вылилось в эпидемии совершенно невиданных ранее миром болезней. Люди начали болеть, люди начали умирать. И все потому, что я лишился сексуальной энергии, которая мне давала возможность защищать этот мир. Защищать этот мир от темных сил. Никто не придал этому значения, потому что все люди эгоисты. И все девушки эгоисты, они прекрасно знали, что у меня нету секса. Они прекрасно знали, что у меня бросила жена. И теперь этот мир в опасности. Этот мир безнадежен. Все привыкли игнорировать проблемы других. И на мою проблему никто не захотел обращать внимание. На мою проблему все проигнорировали. Все девушки думали, что это сойдет им с рук. Но нет. Мир захлестнул в неизлечимых болезнях. Вы сами знаете, каких. Тысячи, сотни тысяч людей умирали. И все потому, что люди игнорировали мои проблемы. Темные силы захватили этот мир и вызвали череду неудач и череду бедствий. Стало понятно, что этот мир обречен на боль, на страдания, на болезни. И тогда еще была возможность что-то исправить. Тогда еще любая девушка могла дать мне секс, и тогда я бы мог противостоять темным силам. Вы думаете, это совпадение, что я создал на канал? Нет. Я был послан, чтобы спасти этот мир. Еще с самого начала ведения моего канала я изначально говорил, что мне нужна девушка, мне нужны отношения, мне нужен секс для того, чтобы противостоять темным силам. Но с самого начала, как и сейчас, меня игнорируют девушки. Никто не хочет со мной встречаться, никто не хочет давать мне секс. И впоследствии вы получили то, что заслуживаете. Я дал вам второй шанс. Тогда я еще мог спасти мир, если бы любая девушка возрастом до 25 лет, без детей, без лишнего веса, встречалась со мной и дала мне секс. Тогда бы я пропитался этой сексуальной энергией, она бы взаимодействовала с моей жизненной энергией, и тогда я бы мог спасти мир, и девушка могла бы спасти мир.
Но, опять же, мои желания проигнорированы. А я не просил для себя. Я просил для этого мира. Я хотел спасти мир, бороться с темными силами, и тогда бы ничего этого не случилось. Ничего бы этого не случилось. Мои просьбы о помощи были снова проигнорированы. И впоследствии этого мир получил то, что и заслужил. Потому что если в этом мире нету добра, в этом мире будет только зло. Я не просил для себя, я просил для этого мира. Я не ставил себе цель, ну, получить девушку для себя. Я знал, что это лишь будет инструментом и способом противостоять темным силам. Но меня вновь проигнорированы, брали. И сейчас у мира нет уже никаких шансов для того, чтобы спастись. Землетрясения, болезни. Это все начинается тогда, когда восторжествуют темные силы. А почему это случилось? Потому что я уже не смог с ними бороться. Один в поле не воин. Я до последнего боролся. Но у меня закончилась энергия светлая, энергия добра закончилась, и она уже не течет по моему телу, потому что моя жена лишила секса и ушла от меня. Любая другая девушка могла занять ее место, но не захотела. И последствия. Они обрекли весь мир на страдания, на боль, на катаклизмы, потому что этот мир захватили темные силы. Я был последним, кто мог противостоять им. Пока у меня был секс, все в этом мире было хорошо. Не было ни боли, ни болезней, ни страданий. А теперь вы получили то, что и заслуживали, потому что никто, ни одна девушка не захотела давать мне секс. Несколько дней назад все стало очевидно, когда темные силы навели на меня порчу. Я просил, я умолял девушек дать мне секс и встречаться со мной. Но мои просьбы снова были проигнорированы. Как вы думаете, что будет дальше? Те, кто не знает своей истории, те никогда не будут знать своего будущего. Вы думаете, даже дальше будет лучше? Дальше будет только хуже. И никто, кроме меня, не мог противостоять этому и не сможет. Теперь, когда темные силы окончательно завладели и разрушили мою энергию добра, света, в этом мире не будет ничего хорошего. Все девушки проигнорировали мои просьбы о помощи, хотя я просил не для себя. Я просил для этого мира. Просто это был способ наполниться сексуальной энергией, которая могла наполнить мои сосуды. И тогда бы я мог противостоять темной энергии вечно. Я бы мог, ну, принести в этот мир счастье, радость, добро. Но теперь ничего этого не будет, потому что все зависело от меня. Никто никогда не смог бы встать на мое место и бороться с темными силами. И теперь окончательно стало ясно, что никто не сможет спасти этот мир. Этот мир обречен. Этот мир ждет только боль, только страдания, только катаклизмы, только разрушения.
И это знак, это наказание за то, что мои просьбы были проигнорированы. Это наказание за то, что никто не захотел помочь мне бороться с темными силами. И теперь темные силы окончательно разрушат этот мир. Вы этого хотели? Вы это получили? Вы не признали меня.